Доброе утро, мои друзья. Мы идем с вами опять наматывать километры. Спустилась в хмурочку. Видите, сегодня оно у нас такое достаточно прохладное. Волнуется немножко. Может быть, будет дождик. Но я не взяла с собой зонт. Надеюсь, что обойдемся без зонта. Людей на пляже, конечно же, нет. Только вон кто-то ходит по морюшку вдоль моря. Конечно же, никто не купается. И попрохладнело. Где-то, наверное, градусов 16-17 сейчас всего лишь. Так, а я нагуливаю свои километры. Пошли. А, смотрите, одинокий спасатель только на пляже. Знаете, что, друзья, меня удивляет? Уже достаточно давно я, когда хожу в горы, допустим, да, или вот сейчас иду возле моря, и люди... Сейчас возле меня товарищ пробежал в наушниках, это у него там громко так музыка играла, что мне даже было слышно. То есть люди перестали наслаждаться звуками природы. Я иду, когда по горам, и тоже слышу, что кто-то идет в наушниках, там слушает какую-то музыку, или еще вообще испанцы любят очень слушать эти новости, выступления вот этих своих парламентариев и так далее. И я думаю, боже, а я всегда говорю, слушай природу, слушай ветер, слушай птичек, слушай звук природы, слушай шум моря. То есть набирайся энергии от природы, она нам дает то, чего нам не хватает. Люди же специально таким образом блокируют энергию входящую, да, то есть и тратят ее, тратят свою энергию на прослушивание вот этой музыки. Шум моря или шум гор, птички, пев птичек, шум ветра намного вам даст больше энергии, положительных эмоций, позитивного мышления, чем просто какая-то музыка в наушниках, особенно если она такая кричащая и грохочущая. Задумайтесь об этом.